Сильная сторона – это, могу сказать, скорость, техника, что знаю забивать голи. Был проблем у меня так. Тренер поменял, поставил меня на, как я был нападающий. Я уже играл нападающий 5 лет назад. Это для меня нормально, позиция, ничего не поменялся, должен забить гол. Самый главный проблем это, что он привык здесь. Он только 3-4 месяца здесь, не знал, как делает, что тренер хочет от него. Конечно, я думаю, что он очень хороший футболист, поэтому он пришел здесь. Не бы пришел здесь, если он плохой футболист. Но я думаю, надо давать время, чтобы он расслабился здесь, научил пару слов русский говорит, поэтому что будет легче за него. Потому что здесь ребята не знают много английский. Да, это был за него, потому что здесь ему было очень трудно последних пару недель, месяцев. Поэтому что он играет и как сидит на скамейке, сейчас вообще не на скамейке. Но я знаю, что это тяжело за игрока. И я хотел дать поддержку Симовичу. У него есть девушка дома, сидит и смотрит. Он показал сердечко, чтобы она увидела. Он очень хороший футболист. Но сейчас так случилось, что не играет. Да, я говорю с ним, надо помогать. Каждый игрок хочет помогать, чтобы он вернулся быстрее на поле и играет, как он знает. Он надо Динамо. Хочу сказать, что Стасевич для меня это в прошлом году был самый лучший игрок. Здесь он мне очень понравился, как играет. Очень быстрый, хорошая подача, хороший пас, хороший удар, все, конечно. Такую психологию поставил, чтобы мы вышли на поле и просто выиграл. Когда поедем на игру, вообще не думаем, как проиграть. Мы, как команда, знаем, что может выиграть и хотим выиграть, и это все сделать. В Бресте я смотрел, как мы проиграли. Чуть-чуть отпустились, потому что хорошей игре было. И может будет мысли, как легче выиграть. Но каждая команда здесь играет в футбол. Пару команд играет 10 игрока на своем поле. Оборона обязательно, и поэтому тяжело. Торпедо. Хорошая команда. В том случае мы хотели, не хотели выиграть. Это нормально, но случилось поэтому, что не забили. Потом, как сказать, по-русски не знаю. Наказали. Надо выиграть команды, которые за нами. Да? С Батэ можно и проиграть, и ничья будет, но самое главное выиграть все команды, которые за нами. Тогда Динамо будет чемпион. Мы хотим, чтобы попадали в группу, конечно. Но все будет как там жреб делает. В прошлом году научили, как играть в Еврокубке. С Трабзоном играет. Там ничья была, это очень хорошая. Но здесь одна ошибка была и один гол. Они забили, но это футбол, конечно. Но сейчас, я думаю, мы научили уже, что надо, как надо, и будет все нормально.